Открываем, ребята, Алан Разрушитель Миров, мы с вами сейчас откроем Алана Разрушитель Миров. Вот это я понимаю, акула, посмотрите, какая она зубатая. Все, ребята, за 900 очков мы ее покупаем. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть с вами в эту замечательную игру Hungry Shark Evolution. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте с вами начнем испытывать это испытание. Так, будем играть с вами за. А сюда, это у нас мистер Кусака. Вот в прошлый раз мы закончили с мистер Кусакой, и теперь продолжаем с мистер Кусакой, что ли, это я выбрал. Сейчас посмотрим. А, ну да, ну давайте разок проплывемся с мистер Кусакой и купим другую новую акулу. Так. Давайте посъедаем немножко селедочки. Вот, хочется мне селедочки съесть. Дайте мне селедочки, пожалуйста. Ам-ам-ам-ам. Так. Все посъедаю, все съем. Оп, рыба, игла, акула. Отлично. Оп, селедочка еще. Дайте мне селедочки. Дайте, вон рыба игла меня хавает. Ай-яй-яй-яй. Схавай ее, схавай, схавай, схавай. Так, дорогуша, плыви на дно, опускаемся на дно. Так, я не понял, ребята. Мы опускаемся на дно или нет? Так. Вот ниже, 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 ниже. Опускаемся и посмотрим, что нас здесь ждет. Так. Ам-ам-ам. Так, все, золотого краба съели. Так, хобот какой-то там звездный съели. Бонус увеличен. Так, ам-ам-ам-ам-ам-ам. Так, отличненько, отличненько. Давай наружу, наружу плывем. Кого-то съедим наружу. Вау, на берег, ребята. Люди, люди на берегу, хавай людей, хавай, хавай, все, ребята, я не могу. О, все, съел человека. Но я все равно сильно голодный, ребята. О, мы съели чайку. Ура, мы съели чайку или гуся, который летел там где-то. Но ничего страшного. Вау. Вау. Ах ты ж, хотел меня гарпуном забрать. Все, съели мы вместе с мотоциклом. Иха. Иха, отлично. Схавали. Схавали, схавали. Так, ребят, ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем в магазин и купим нового динозавра, потому что мы вроде бы играем-играем, а динозавра нового купить не можем. Люди просто просят уже, давай новую эту акулу открываем. Ребята, Алан Разрушитель Миров, мы с вами сейчас откроем Алана Разрушитель Миров. Вот это я понимаю, акула, посмотрите, какая она зубатая. Все, ребята, за 900 очков мы ее покупаем. Все, отличненько. И переходим. Ребята, вот это у нас акула. Вот это теперь вот. Мне вот это уже потихоньку начинает становиться нравиться. Потому что вот эта акула довольно-таки серьезная такая. Так, ну что. Погнали, дорогие друзья. Плавать будем. Так, ну что ж, давайте поплаваем. Поплаваем, поплаваем, поплаваем. И посмотрим. Ого, вот это у нее хвост. Ребята, посмотрите. Ого, вот это она так быстро, ребята. Ничего себе. Она насколько быстро плавает и все сжирает. Посмотрите. Я застрял. Вау. Вот это да. Я и не знал, что она длинная. Вот это скорость у нее. Посмотрите, с какой скоростью она своим хвостом вот все сжирает на своем лету. Вот это да. Я думал, есть разные акулы, но не такие. Вот это прям супер, ребята, посмотрите, на пляж всех поседало. Вау, в космос полетим, 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 полетим. Ой-ой-ой, еще раз в космос хочу. Давай, 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 давай. Вау, вертолет, вертолет, ребята, вертолет меня хочет забрать в космос с собой. Падаем, падаем, падаем. О, я хочу переместиться в другое пространство. Все, вертушка нас забрала в другое пространство. И здесь мы падаем в другом пространстве. Ребята, это мы на другом вообще континенте, на каком-то. Тут, где зима. Тут все реально холодно очень. И вон унитаз даже стоит на дне
озеро. Вот это прикол. Шкаф какой-то. Это какая-то такая миссия чисто бонусная, чтобы съесть этих чукч всех здесь, похавать. И, естественно, конечно же, поплавать и посмотреть на этот мир безводных животных или, наоборот, подводных животных. Так, ну что у нас? На дне у нас, в принципе, ничего нет, не знаем. Но это акула, наверное, это такой вид рептилий страшных. Раньше жил на этой планете, но сейчас он не годится никуда. Так, ребята, у меня голодом заморите просто. Просто заморите голодом. Давайте мне пингвинов по одному, подавайте мне. Так. Да я поплыл. Так, ребята, я уже хочу улететь отсюда, так что давайте. Ва-ой-ой-ой, до звезд. Чуть-чуть не достал до звездочек. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. О, мама, поджирал всех людей. Ох, вот это да, вот это... Старинная рептилия у меня такая. Так, это, походу, сюда дальше теперь нельзя плыть. Я так понял. Опа, видели, какая акула была старая? Я ее схавал. Так, мы ее сгамали, отлично. Так, а как же мне выбраться назад отсюда, ребятушки? Ребятушки, где водоворот, который меня назад отсюда выкинет? Дорогие друзьяки мои. Как мне отсюда выбраться? Подскажите, помогите. Я так понял, что надо самому искать выход. Так, отлично, схавали. Но это тоже конец. Так, это тоже конец. Ой-ой-ой, меня сейчас заколят. Ай-яй-яй-яй, какие-то пираньи меня хотят схавать. Все, чукчу одного я съел. И второго сейчас съем. Нечего плавать. Все, ребята, дорогие друзья, мы с вами пришли в нормальный уже мир. И здесь мы с вами можем... О, ребята, мы нашли ящик с золотом. 200 монет в нем лежит. Отлично. Отлично. Опа, лодочку мы разгромили. Отличненько. Опа, людишек пожираем всех. Идите сюда. Ракушку нашли. Миссии, отлично. Уху, все, лодочку разбомбим еще одну. Вот это золотая мания. О, ребята, золотая мания, собираем золото. Собираем золото. Пока не поздно, собираем золотишко. Быстренько, нужно все в золото, быстро-быстро гамать. Вот это у нас скорость, вот это у нас... О, я нашел золотую какую-то, такую шкатулку, что ли, набитую золотом каким-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут токсичные эти бочки с какими-то токсинами, которые меня, какая-то радиация, которые... Да чё ж ты не плывешь? Да очень громоздкая акула большая. Если честно, она очень быстрая. Эта акула очень быстрая, очень такая вся, прям вообще супер-пупер. Но она очень неудобная. У нее очень большой хвост, ребята. Эта акула жила когда-то на планете очень давно. У нее очень огромный хвост. О, ребята, мы Луну разбили, вы видели? И у нас появилась золотая мания опять. Так, давайте пособираем золотишко. Так, все у нас золото. Ого, ребята, какой. Вы видели? То мы лодки разбивали, а это какой-то огромный просто корабль мы растрощили. Подводная лодка, давай, давай, фигач ее, давай, фигач. Что ж ты не можешь ее разбить, что ли? Давай, быстрее, акула нас сжирает другая. Да что ж ты ничего не делаешь? Ах ты. Ребят, он в натуре ничего не делает. Он меня перестал слушаться, этот мистер... Как его звать? Он не хочет есть подводную лодку, ребят. Он не создан для этого. Хавай ее. Фух, мы ее разбили хвостом, ребята. У нас только хвост, у нас... У нас не предназначен наш рот. У нас хвост предназначен для того, чтобы бить всех и отбивать наших врагов. Потому что, опа, гитарочку нашли. Потому что у нас рот не предназначен для этого. У нас предназначен хвост, он, который мы можем постоянно бить и уничтожать таким образом всех тех, кто нам так мешал. Так, отличненько, отличненько. Отличненько. Так, схавали, 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 схавали. Вижу, вижу, вижу.
Так, едим, едим, едим. Вижу, вижу. Опа, нашли ракушку, миссию, отлично. Так, ну что ж, давайте вниз поплывем, как нам показывают по стрелке. И встретимся с огромным крабом. Или кто здесь, да? Ну давайте встретимся с крабом. А он же нас схавает сейчас, ребята. Он же нас съест. Он же нас просто съест. Мы же не готовы к бою. Или готовы? Ай, краб нас сейчас просто сожрет здесь. Мы же к бою не готовы. Или это надо, я не знаю, чем-то с другим специальным сюда приплывать. Каким-то кораблем или какой-то такой акулой позже, которую мы откроем, которая поможет нам уничтожить этого огромного краба. Но не в этой миссии, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, я хочу вам посоветовать подписаться на мой канал. Обязательно жмем на кнопочку подписаться. Мы с вами встретимся в следующем выпуске обязательно. Сегодня мы играли в игру Hungry Shark. С вами был Юра. Подписывайтесь на канал Вечное Детство. Будет много всего интересного, много всего суперского. Так что до встречи, дорогие друзья. И не забудьте подписаться, поставить лайк, а также прокомментировать это видео. Жду в комментариях. До встречи, дорогие друзья.